Я Владислава Наумова, подростковый врач-стоматолог, ортопед Dental Fantasy. Если у вашего ребенка сильно пострадал постоянный зуб, большой скол, старая объемная пломба, объемное разрушение, все эти случаи требуют особого подхода и особых методик лечения. И здесь помогу я, подростковый врач-стоматолог-ортопед. На данный момент это редкая и очень нужная специализация. Навыки подросткового стоматолога позволяют спасти постоянный зуб подростка от удаления и восстановить его функциональность на 100%. Благодаря использованию самых современных цифровых протоколов, умению работать с медицинской оптикой и знаниями подростковой анатомии зубов, я восстанавливаю, казалось бы, уже обреченные зубы. Разрушен жевательный или фронтальный зуб – неважно. В каждом случае результат будет эстетичный, максимально удобный для ребенка, в точности так же, как у самых требовательных взрослых. Обращайтесь в Dental Fantasy. Здесь вам точно помогут даже в самом сложном случае.